Успешные предприниматели, развивая свой бизнес, всегда стараются находить резервы для экономии. И очень важно знать различные пути снижения своих затрат. Иногда эти пути малому бизнесу подсказывают более опытные коллеги. Подробнее в нашем сюжете. Исследования говорят, что не менее 18 часов в неделю руководители компаний проводят на встречах. Около 3 часов посвящают деловым звонкам и не менее 5 часов – деловым переговорам. Однако некоторые встречи для предпринимателей стоят того, чтобы выделить на них время. Так недавно прошла серия встреч предпринимателей из районов Омской области с представителями мобильного оператора Теле2. Владельцы и руководители небольших компаний сходятся в одном. Экономия времени управления своими делами выходит на первый план. Зачастую руководители малого и среднего бизнеса не задумываются о том, как мобильная связь может помочь их бизнесу. На наших встречах мы рассказываем предпринимателям о пользе корпоративной связи. Для многих становится открытием тот факт, что с помощью тарифов для бизнеса можно экономить не только средства компании, но и время. С помощью простых и удобных инструментов можно избавить себя от мелких хлопот и направить его на решение организационных вопросов. Принять участие в программе может любой представитель малого и среднего бизнеса. Как подтверждают сами предприниматели, уже посетившие такие встречи, чем меньше времени уходит на рутину, тем больше и серьезнее можно заняться вопросами прибыльности своего бизнеса.